ласково светлая, под белой кипенью облаков, бескрайняя степь, донская степь. Она осталась в своем первозданном виде лишь в балках, в буераках, на каменистых буграх и дубах. Молчаливые свидетели веков, сторожевые и могильные курганы, едва приметные среди бескрайних полей, меловые, иссеченные промоинами бугры, с редкими деревцами диких яблонь и груш, кустами боярышника, мертвые вершины песков и могучий изгиб реки синим лезвием, рассекающий аквариумную зелень поймы. Стрельчатый, не вызревший ковыль, и дико, пламнеющие дикие степные тюльпаны, лазоревые цветы. Шолоховская степь, степной казачий хутор Пружинин, что в 15 километрах от станицы Вешенской, стал колыбелью будущего великого писателя. Здесь 24 мая 1905 года родился Михаил Александрович Шолохов. Мать Анастасия Даниловна Черникова, дочь крестьянина, много лет жила в услужении в панском имении Ясеновка. Была горничной у старой вдовой помещицы. Малограмотная, она обладала острым умом, образной, самобытной речью. Помещица выдала ее замуж за старого казака, но вскоре она уходит от него к Александру Шолохову. Отец Александр Михайлович Шолохов, выходец из Рязанской губернии, как иногородний, не имел земельного надела и пошел по торговой части. Служил приказчиком у купца Левочкина в хуторе Каргин. Маленький Миша выделялся бойким нравом, веселым, острым умом, обостренным чувством справедливости, как часто прибегал с заплаканными глазами, когда дразнили его обидно, нахаленно. Отец усыновил его в 1912 году. Наверное, все это и нашло отражение в рассказе «Нахаленок». Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, и злорадно крикнул: «Твой отец, коммуняка, вот как только попрешь ты, и душа твоя прилетит на небо, Бог и скажет, за то, что твой отец был коммунистом, отправляйся в ад, и начнут тебя там черти на сковородках поджаривать. А ты думаешь, не зачнут поджаривать? Хе, мой папочка священник, ты ведь дурак необразованный, ничего не понимаешь». Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой. У огородного плетя остановился, крикнул, грозя Поповичу кулаком: «Вот спрошу у дедушки, коли брешешь, не ходи мимо нашего двора». Перелез через плетень, к дому бежит. А перед глазами сковородка, а на ней его, Мишку, жарят. Горячо сидеть, а кругом сметана кипит, пенится пузырями, по спине мурашки. Ой, скорее бы до дела добежать, да расспросить, как на век в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой. Ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка, выручай, попробовал калитку открыть. Свинья хрипеть начинает, сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула колено и ухнула. Ко двору гумнул вскачет. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится, так что ветры волосом назад закидывает. Будто соскочил, глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит. «Поди-ка ко мне, голубь мой!» Не догадался Мишка, зачем дед кричит. И тут опять про адскую сковородку вспомнил и рысью к деду: «Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают? Я тебе за раз сыплю чертей, поплюю в кое-какие места, да хворостиной да и высушу. Ах ты, лихаинец вредный, ты что ж это за свинью объезжаешь?» Сапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать.
Пойди-ка на своего умника полюбуйся, выскочила мать. Да за что ж ты его? Как ж за что? Лежу он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает. Это он на зубороссной свинье катался, ахнула мать. Не успел Мишка рта раскрыть свое оправдание, как нет, снял ремешок левой рукой, портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову меж колен просовывает. Выпорол, да при этом еще строго говорил, не езди на свинье, не езди. Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит, значит, ты не жалеешь подтянку. Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик поднимаешь. Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой, не достал. Подхватила мать Мишку, в хату толкнула, сиди тут. Вот я на тебя доберусь, не по дедовски шкуру спущу. Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает. Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом, ну, дедулюшка, попомни. Что ж это, поганец, деду грозишь? Мишка видит, как снова расстегивает ремень, заблаговременно чуточку открывает дверь. Значит, ты мне грозишь, переспрашивает дед. Мишка вовсе исчезает за дверью. Глядывая в щелку, пытливо караулит каждое дедово движение, а потом заявляет. Вот погоди, погоди, дедунюшка, вот выпадут у тебя зубы, я жевать тебе не буду, хоть и не проси потом. Дед выходит на крыльцо и видит, какая рода, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки, долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка. В семье Шолоховых не жалели средств, чтобы дать единственному сыну образование. Его первым домашним учителем был сельский учитель Тимофей Тимофеевич Мурыхин. За несколько месяцев мальчик научился читать и считать. Его отдают в Каркинское приходское училище. В 1915 году Вешенская гимназия. Он много читал, уходил к Дону, сидел на берегу и мечтал. Иногда что-то писал в тетрадке. Когда однажды тетрадь увидел школьный учитель, то был поражен. Мальчик написал рассказ из жизни Петра Первого. Детский, наивный, но яркий и самобытный. А было ему тогда всего-навсего 10 лет. Мише нужно было продолжать учебу, но учебу он не закончил. Сначала революция, потом гражданская война. В годы гражданской войны Шолохов жил на Дону, служил в продовольственном отряде, участвовал в борьбе с бандами белых. Oh,
По окончанию войны он работал каменщиком, чернорабочим, счетоводом. И очень хотел учиться. В 1922 приезжает в Москву поступать на рабфак. Но его не принимают, потому что не комсомолец. Но не отступает от мечты, работает, посещает литературный кружок «Молодая гвардия», ищет рассказы, фельетоны, и неожиданно в 1923 году в газете «Юношеская правда» напечатали два его фельетона. Окрыленный успехом он решает вернуться на родину, чтобы иметь возможность писать большое произведение. В этом же году Михаил женился на Марии Петровне Громославской, с которой и проживет он всю свою жизнь. В 1924 они приезжают в станицу Кардинскую. Он много общается с хуторянами, ходит на вечерки, с удовольствием слушает рассказы стариков о хуторском быте. По станице проходит слух. Мишка пишет. Над ним подшучивают. Но в газетах появляются несколько его рассказов. А в 1925-м выходит сборник «Донские рассказы», которые сразу стали популярны. А автору в то время было 20 лет. В 1926-м Михаил Александрович начинает работать над «Тихим Доном». Первая книга романа вышла в 1928 году, вторая в 1929, третья в 1933, четвертая в 1940. Уже первые книги «Тихого Дона» сделали имя Шолохова широко известным. «Донские сердцу милые пейзажи, луга, изгибы берегов крутых. Я изменился, стал с годами старше, но мне и часа не прожить без них. Уже в босках волнуешься немножко, и в душу веет свежей волной. Паром пересекает Дон, здесь вешки раскинули сады передо мной. Слепят пески, влекут деревья в шорохи, зеленокрылых елей торжество. Здесь тихий Дон, писал волшебник Шолохов, и мы во власти волшебства его. Сумасшедший
Через полтора месяца грач хоронится вниз головой, и не видно. Сосет из земли сутки. Выколосится. Потом зацветет, золотая пыль кроет голос, набухает зерно, пахучим сладким молоком. Выйдет хозяин в степь, глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел хлеба табун скота, ископытели, в пахоть затолочили грузные колосья, там, где валялись круги примятого хлеба, дико и горько глядит, так и с Аксиньей, на вызревшее в золотом цветении чувство, наступил Григорий тяжелым сыромятным чириком, испепелил, испоганил, и все. Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедою и бурьяном луне. Стало на душе у Аксиньи после того, как пришла с Мелеховского огорода из подсолнухов. Шла и жевала, как в конце платка, а горло распирал крик. Вышла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову. А потом прошло. Где-то на донышке сердце сосало и томилась остренькая. Встает же хлеб, отравленный скотом. От росы, от солнца поднимается встолоченный в землю степи. Сначала пнется, как человек, надорвавшийся от непосильной тяжести. Потом примится, поднимает голову, и так же светит ему день, и так же качает ветер. Жизнь продолжалась. Они говорят, ах, сердце.
Когда встретил мальчонку-сироту, отогрелась и его
сердце. На четвертый день прямо из совхоза, ржёный хлебом, подворачивай от чайной. А там парнишка мой на крыльце сидит, ножками болтает. По всему видать, что голодный. Высунулся я из окошка и кричу ему: «Эй, Ванюшка, садись ко мне в машину. Съездим на элеватор, а оттуда вернемся, пообедаем». А он мне так тихо скарабкался на подножку и тихо говорил: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваня зовут?» «А я, Ваня, человек бывалый, везде бывал и многое знаю. Поехали мы. Шел себе такой парнишка, а тут вдруг что-то затих, задумался. А где твой отец, Ваня?» «Погиб на фронте». «А мама?» «А мама бомбой убила в поезде, когда мы ехали». «А откуда вы ехали?» «Не знаю. Не помню». «И что, в живых у тебя никого не осталось?» «Никого». «А где ты ночуешь?» «А где придется?» Закипела тут во мне горючая звезда, и я решил: не бывать тому, чтобы нам порость пропадать. «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» «Кто?» «Я твой отец». «Папка, родненький мой, я знал, что ты меня найдешь, родненький мой». «Какой же там элеватор? Развернул я машину и поехали мы назад. Вот так я и нашел я свою Ванюшку. Встречайте нас, добрый мой». Во многих произведениях Михаила Шолохова особенно экранизированы просится протяжная, задушевная казачья песня. Рюмочка польется, да, а я жив.
Спасибо. До свидания.